Всем привет! Ну что, ребят, все-таки мы смогли это сделать. Мы практически уже добрались до 50-го этажа. Это было очень долго и в какой-то степени сложно, потому что пачки на этих левелах уже очень усилены. Даже для моего аккаунта, да, там у меня герои вроде прокачаны с талантами. Но сливают, бывают, пачки за один раз полностью всю команду. Причем этого, в принципе, и не должно быть. Но бывали такие случаи, просто заходишь только 2 секунды, и тебя просто нет. Потратили где-то на это все приблизительно 10 карт ушло. Потому что на этажах некоторых бывало и по 3 слива, и было реально очень сложно пройти, поэтому все-таки 10 карт у нас на это ушло. Остальные более-менее так. Одна пачка где-то на этаж у нас получался слив стабильно, причем герои вроде и слабенькие против вот такие вот пачки, как это, а в итоге они просто одним залпом, там же Дрейк или еще кто-то, или ведьма, просто сливала всех. Так, ну тут интересная пачка. Сейчас можем опять слить. Вот, ну все-таки мы пробрались уже, как видите, 49 этаж. Сейчас покажу, многие просто не видели, не знают, спрашивают, что там на 50 этаже. Сейчас вы это увидите. Так, этих боссов мы уже не тянем. Давайте чем побольше попробуем мечей набить. Попробуем на 50 босса затащить. Конечно, если бы у меня герои были, я постепенно сделаю всю пачку полностью на вторые эволюции. Специально для лабиринта, чтобы фармить по максимуму и быстро. Пока, как видите, у меня только там Фрея, Некрос. Кто там еще? Этот. Ворожей. И Анубис. 4 с 9 только с эволюцией. Остальные все как по скиллу, так и по таланту. Просто недокачанные. Вот он, 50 этаж. Кто не видел, это последний этаж. Так, смотрим пачки. Ну, конечно, тут получше, чем на основе. На основе, кто смотрит стримы, те знают, что там просто выше 20-го бывает такая жесть. Просто обычные герои хилятся там по 200 тысяч. А тут тоже, кстати, не раз уже попадал на отхил. Ворожая в районе 120 тысяч. Вот сейчас нас тоже могли слить. Может и сольют. Смотрите, как по одному просто разобрали и все. Без варианта вообще. Ну тут, конечно, более прокачан, чем я, но в принципе можно и не использовать. Сейчас постараемся этих всех зафармить. Это обычные мобовские пачки. Их проще всего бить, но за них, как видите, дают всего лишь там 600. Очень мало. А за пачки с нормальными прокачками где-то в районе 1500 даже бывало. Но их очень сложно слить. Нужно будет все-таки качать Бигфуту вторую эволюцию. Также качать того же самого Малыша Ника, Драйка хотя бы по умению его до 10, до 11, чтобы... Вот сейчас тыковка разгон даст, все, опять нас слили. Ладно, давайте за самое попробуем зачистить весь этаж, если получится. Я не знаю, конечно, какой сейчас у нас гоблин будет. Так, ну тут легкая пачка. Тоже моб. Поехали, 50 уровень. Ну что-то походу страшное. А может и нет. Если высокомерный, нет, по-моему. А, все, тот, который бьет впереди себя. Вот 50-го сейчас, ребят, затащим. Босса на 50-м левеле. На моем нуба-аккаунте. Потом пойдем пооткрываем еще там несколько акций, покажу акции. Неплохие вроде такие. Вот так, 50 этажей, на это где-то ушло часа так 4-5 игры, чтобы добраться. Ну и самоцветов тоже немножко ушло.
Учитывая, что выше 20 этажа, на каждом этаже мы от 200 до 600 самоцветов тратили. Тут 1010, думаю, на прохождение ушло. Ну, я чисто ради интереса посмотреть на возможности аккаунта прошел. В принципе, доволен результатом. Все. 50 этаж, босс зафармлен. Так, тут простая пачка. Давай. Так, есть. И побежали дальше. Обратная эта пачка, которая нас просто на изи слила. Вот видите, раз один залп, и у меня половины героев просто нет. Почему так? Ну, не знаю, очень большие усиления тут. Делаем еще за 200, вот так вот. Все. Вот 50 этаж, чистенький. Просто, ребят, изи. Изи затащили. Так, смотрим, какие... Топ-8, можете поздравить, поставить лайк. До 500 тысяч, видите, не дотащили, хотя можно было и 500 нарубить, но пока и силы маловато, и надо все-таки пачку сделать получше, усилить ее немножко. Ну, а так, в принципе, я очень доволен результатом. В топ-10 мы уже попали. Так, ну что, идем открывать ништяки. Сегодня у нас была акция, с которой за пак большой можно... было купить повелителя бури, забрали сет рун, две коробочки, 6 камней на эволюцию, также пятая коробка вот такая вот тоже. А вот эта акция 84 льдышки идет за большой пак, покупаешь большой пак и тебе дают льдышку 84 штуки. Я считаю, это вообще неплохо, здесь очень кайфово по питомцам прокачки на китайке. Дают донатных за самоцветы. Разные вариации. Так, есть. Забрали. Что, поехали. Сундук. Будем смотреть, что у нас есть. Так, использовать. 40 самиков. Так, это мы пока не трогаем. Так, 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 так. Вот у нас две коробочки 5 левела, и сейчас мы их откроем. Но перед этим давайте. Так, какой-то 4-й сет курки еще валяется. 3-й сет. Ну, давайте открываем коробочки. Чик. Ну, тяжелый удар, такое себе. Ну, 5-й сет уже хорошо. И еще один тяжелый удар. 2 тяжелых удара. Вот так вот. Как-то рандом. Сегодня не на нашей стороне. Так, давайте опять же откроем. Есть у нас 216 сундуков. Посмотрим, сколько отсюда примерно на китайке упадет. Частей скин... Не скина, а частей на заклинательницу осколков. Так. Где там наша заклинательница? Посмотрим, сколько у меня ее есть. 12 есть. Ну что, поехали. Есть у нас 12 штучек. Так, 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 так. Где вы там сундучки? По 10. 3 штучки. Ничего. Еще 6, уже 9. Неплохо. Учитывая то, что сундуки хорошо фармят, по 3, в принципе, неплохо дают. Но это пока не точно. 15 уже. 18. Отлично идет. 24. Вообще огонь. 27.
принципе, неплохо. Можно собрать, думаю. Так, 27. Урон дает немерено. 30 уже есть. Седьмая часть. 33. 36. Тридцать шесть. Ну давайте еще 50 добить. Тридцать девять. 39 штук. С таким учетом это считайте практически 40. Где-то надо 1000. Попробуем собрать 1000 сундуков, посмотрим, сможем ли мы собрать ее. Так, окей. Дальше у нас есть акции. Не знаю, какие, правда, сейчас будем жмакать, искать что-то интересное. Может, что-то и найдем. Так, это какая-то акция на роллинг чего-то. Смотрим вторую. О, китайские яйки, поехали. Ребята, 18 яек китайских. Мы, по-моему, били здесь яйца уже или нет, не помню. По-моему, били. Сейчас посмотрим, что у них с яиц падает. Какие они китайские яички. Наши-то очень, очень хреновые. Может, китайские хотя бы получше. Ну давайте, китайцы, удивите своими яйцами нас. Если бы еще понимать, что там пишет, что там нам падает, было бы вообще супер. Ну смотрю, что-то по два падает или что. Как-то непонятно вообще. Так, окей. 18 яек есть. Смотрим призы. Спасибо за расходники. Так, сундуки осколков, шиара. То есть здесь падают питомцы. 15 осколков вольта, 25 на рину. Отлично. Получше, получше намного, чем у нас, ребят. Вообще супер. Хорошая акция. Смотрим дальше. Гоу. Поехали. Сейчас узнаем, что у нас тут за акция. Так, тут вот какая-то акция Go. Есть какие-то призы. Вот давайте тут где восьмой. Окей. Взяли мы, что-то не взяли. Наверное, на вот эту надо жать. Или на вот эту. Сейчас мы пожмакаем. Или у нас не хватает чего-то. Вообще непонятная акция какая-то, не знаю. Давайте вот этим, может, этим можем взять. Знать бы, что оно еще просит. О, что-то дало, смотрите. Пошел поиск. Дало руну нам третью, что ли. А дальше типа не дает, да? Так, не хочет. Так, тоже что-то не хочет. Ну давайте, тут еще есть вторая вкладочка. Попроще. Так, не хочет. Короче, ни хрена не понятно. А такой даст. Ладно. Побежали дальше. Здесь это нам то, что я вам показывал, дали питомца. И, с ним, и к нему сразу же дали коробочку. В принципе, неплохо тоже. Дополнительный бонус. Так, а что у нас тут за донат? Типа нам дали вот так вот. И следующая у нас коробка, да? Ну, давайте забираем все. Карту забрали. Да, психощит третий давали. Ну, я думаю, тоже вариант не особо плохой.
Так, 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 так. У нас еще есть две коробочки. Вот это говно талант. Давайте коробочки. Оп, оп, чик. Бог войны сразу. Вот так вот нам подфартило. Кому его поставить, я даже не знаю. Пока его, наверное, придержу, пусть валяется. Так, а ну-ка выйти. Еще хочу посмотреть на... Чары, что у меня у кого стоит? Анубис. Вот Анубису поменяем на доспех, будет получше. Так, есть 9 коробочек, поехали. Оп. Опять 4, 5. Ну, пусть будет, в принципе. Пока пусть будет. Вот так вот, ребят. В принципе, все. Топчик взяли. Реально офигенно взяли топчик. Заскочили в топ-10 китайского сервера. Постараюсь на следующий раз бомбануть свыше 500. Там, по-моему, 500 или 600 следующая ачивка будет. Надо будет ее затащить. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно делайте комменты. Всем пока.